А дед где? А его дед уже. Деда я, короче... Потерял нахуй, и мозги. Я его завалил в шалаше. Лежанка нахуй, курточки, блядь, смотрите, ребята. Вот, ребята, что один бомж может сделать нахуй? Она плавки сняла нахуй. Я говорю, давай ноги расширяй нахуй, все, поехали. Ну что, приехали? На стопик. Сейчас будем ремонт делать нахуй. Танька, дверь, окошки закрывай. Собачка бежит, он, ребята, опять собачка, опять не взял, Павел Сич, ничего и забыл, бляха. Света, комсумир на майной шишке, иди сюда. Так. Так, пару пачек сигарет береги. Так. Янис, дружище, спасибо огромное, они сейчас посидят за твое здоровье, да? Янису, спасибо. Рыжик, клей бери. Маленький, ничего нету. Так, сигарет здесь пока оставим. Так, грунтовку, Танюшка, бери. Рыжий, потом тебе одежду там всю... Так, выпить вам дать, нет? А то люди говорят, не давай вам выпить тебе пока. Так, держи пузырь, держи второй. Сегодня у вас хули телестройка, нахуй. Так, это Рыжику там оставим, нахуй. На, все, Рыжик с Танюшкой. Танюшке тоже надо, да? Конечно. Все правильно говорит, нахуй. Я маленький, но нету уже. Помчались. Сейчас я дверь только закрою, нахуй. Малыш, потом принесу. Малыш, потом они себе покушают, что останется. Так, сейчас все позакрываем и пойдем на ремонт. Ха, уже убежали, меня даже не ждут. Вот пасхудники. А, так вот, все, машинешка закрыта. О, сколько собачок. Все, потом приеду. Бля, ребят, забываю, вы хоть мне напомните, чтобы я купил собачкам-то покушать что-нибудь. А то, блин, забываю, ребят. Уже приехали, что? А что, селфи хочешь? Бульдог? Ой, бульдог в танке, в тапочках нахуй. Что, нормальные тапочки? Нормальные? Да. Ну заходи, что ты делаешь-то? Да, у там уже тоже расширил голову, а что делать? Давай бульдог отодвигаем, начинаем нахуй отодвигать. Светка, ты давай стол вот здесь накрывай тогда, слышь? Стол накрывай. Ну что, все, с замком борешься. Танюшка, ты одевайся, бульдог, сука, паскудник в танке на этих нахуй. Нормально? Нормально? А Танька в чем будет? Танька? Вон там у них будет тапочки. Вот, сука, вот так вот нахуй. Какие тапочки, блядь? Вот тапочки. Так. Еще давайте все, Рыжий, раздевайся, что, блядь. Давай будешь руководить нахуй. Давай тогда тебе удобнее, чтобы не было. Киса, улыбает. Киса. Ремонтом занимается. Танюшка, я вам всем красоту показываю. Бульдог сегодня пока еще трезвый. Ребята, делаем ставки, насколько стопок бульдог напьется нахуй. О, кошка. Кошка. Жива, ребят, кошку не съели, значит. Так, где обои-то? Доставайте, чтобы там Тоха вам обои подогнал-то, блядь. Бля, ребят, смотрите, блядь, сука, я не видел, надо было себе оставить, нахуй. Сука, зря я, блядь, обои привез, нахуй. Блядь, три рулона как раз хватит. Танюшка, хватит три рулона на эту хату же? А это на кухню. О, ребята, красота. Тоха, Катя, спасибо огромное. Кисточка там все мастерит, блядь, сумочку, нахуй. Мы, говорит, приедем, быстренько приберемся, нихуя не прибрались. Бульдогом намахнули, блядь, да? Нет, нет. Тапочки мне дайте. Бульдог? Нет, дайте мне, он говорит, там где-то там. Все там на стол накрывают, нахуй. Бульдог в лосатках, нахуй. В танькиных. Отодвигайте, сейчас эту стену будем клеить, нахуй. Танюшка, откуда будем начинать? От окна будем клеить или что? Рыжий-то столер, он все знает. Ребята, люстра висит, нахуй, нормально, блядь, не падала киса ни разу. Бля, нихуя, видимо, где-то сломаешь новый, блядь. Как он нахуй? Хоби сдал на металлолом. Металлолом, блядь. Это видимо, где он нахуй не выжил. Танька заберет домой его, нахуй. Ага, не, а мне магнитофон надо будет. Магнитофон тебе надо? Конечно. Вот сука. Пашка, блядь. Танюшка на какой-то меломанчик, мегафончик, нахуй. Ну, так я уже понял. Бульдог сегодня трезвый, блядь. Смотрите, у меня носки-то белые, мне надо будет это. Бульдог своих коников не отдает ей? Все, ведерко давай ищи. Ты сказал только, что тапочки мне дашь. Так вот тапочки. Где? Так принеси ты мне тапочки. Так они где они? В упор, блядь. Вон, принеси. Ну. Бульдог, ты давай за водой-то сходи. Клей разбавлять, воды надо. Да. Тамечка белых носочечков, блядь. Рейбок нахуй. Сахар. Беременькая, я смотрю. Беременькая. От бульдога, наверное, от Рыжика.
Во сне. Нет, ну, Светка там, хоть на стол накрывать будет, сейчас мужики... Бульдог! Да где это, я сниму сейчас их нахуй. Ты давай снимай и иди за водой хоть. Как-то надо, знаешь, что, вот этот убрать. Да, сейчас это... Да, за водой не ходи, а в здесь. Клей-то в чем разводить будем? Надо, Танька, сначала грунтовка пропизались. Да знаю. А вон она постель сейчас. Слушай, а тут как? А тут до этого, тут у них будет, по-моему, шкаф купе мы сюда вставим. Ага. Вот отсюда. Отсюда начинай, да. Грунтовка где? Грунтовка вот. Тань, на, грунтуть начинай. Хули кисок, блядь, сейчас. А ты пошел за водой, да? Клей разводить, бодок, на колонку сходи. Ну, там надо теплую воду. Ну, так сейчас погреть, все. Вон, гляди, ведерко какое-нибудь там пустое, ага, чтоб клей разводить. Бодок, красавец, блядь, вообще. Не пьяный, но... А? Нет. Не будешь пить? Правильно, ребят, а он за ум взялся, за ум. За ум. Скажи, бульдог, не все пить, правильно, да? Че ты? Я тебе дал же новый, да что ты? Айда. Че не новым? Новый. Мне же сказали уже. Опачки. Сегодня рыжий за место бульдога. Сегодня рыжему письку накрасит, Таньки, блядь. Бульдог. Ну ты что ты раз как встал-то? Писька-то накрашена, охуел, наверное? Где? А? Да? Кто? Ты? Не охуел? Там я бы... А ты не помнишь? Бы встретил. Ну, блядь, я говорю... Кто тебе там краской-то или самому махнул? Ты из Вёски-то? Кто, блядь? Не из Вёски? Я говорю, откуда я знаю, как пьяный был? Не, а ты когда встал-то, чё встал-то? А что вам, я штаны, блядь, все в этом, из Вёски-то? Кто красил, я чё, ему упал? Танька красил тебе. Ёлки-палки, Виталий мне говорит, блядь, мы все блядь, вместе срок мотали на одном бараке вывели. А он мне говорит, я кто, ты что за придурки тебя, блядь, как на брата, как краска эта. Танька, ты что? Нехуй, блядь, ты смотри. А что я лез, я не трогался, я морально говорю. Бульдог, смотри, бульдог, посмотри. Это кто? Ты. Да не я. Это кто такой-то? Ну-ка, покажи еще вот этот, указывай. Бульдог, вот так вот на Таньке наебался, Таньке тебя отомстил, хуй ты все ебать, видишь? Ты это че? Это не я, вообще. Кто, блядь? Я тут, блядь. Подмети вот тут мне, блин, это самое. А я это, прогрунтую, блядь, начинать. Нет, нет, там какой-то раз, блядь, другой вообще там. Нет, не, ну ты пьяный был, сейчас отрезать, это другой был, другой бульдог. Пьяный бульдог был, нахуй. А, да, бульдог, иди за водой. Все. Видишь, рыжий уже прибирается. Давай за водой, иди, клей ему. Киса там пока Светке помогай, стол накрывай сейчас, блядь. Поляну, блядь, будем. Че? Все? Накладывайте это. Кися. О, Кися, ты давай это, а ты давай это сделай на стол, тарелочки, разложи все. Я вот знаю, что это было. Бульдог, дай. А где это? Вон ведерко возьми, которое внизу стоит. В нем клей разожги. Бля, ты же сегодня молодец какой, блядь, а? Да, чисто ведерко. Ну все, воды туда налей, блядь, клей разведем, нахуй. От холодной воде надо, в теплой воде нахуй. Танька, а что не грунтуешь? Да подожди, мне надо, чтобы там это... Че, трусы, что ли? Опять плавки, ёбать. А вот в эту щель захуяривать и все хули. Но. Вот, и все видите. Раз, и все, пока хозяева не видят, нахуй, под шумок. Да, мне надо еще, знаете, что сверху что-то мне одеть. Я сейчас все туда опять опять. Тут смотри, сколько вещей-то, ёб твою мать. Одевай их. Че, одевай-то? Потом давай все в шине не сидят, нахуй. Ну, такие дела, нахуй. Часов у них, ребята, блядь. Нехай быть счастливыми киса со Светкой, нахуй. Со стенки снимать надо? Со стенки надо, ага, тут все снимать. Эти мышечки. Как красиво сделано, да? Все красота. Так это сразу видно, Светка, блядь, дело. Да, Светка, ты на стенку вешала? Рыжий, ты нахуй пласта, блядь, подметаешь-то пока. А вот тебе надо. Ну что, два лотка прям для кошечки. Все. А что, встать-то опять не на чем, блядь, будет. Как, блядь, стремянки-то есть? Рыжий, бульдог. Вроде ничего. Вроде как бы держится. Павел Васильевич забыл опять привезти, блядь, табуреточку. Ну все. Убирай туда куда-нибудь все это. Киса!
Ну ты что там, блядь? Давай, Серега, иди сюда. Пускай с этой вам сразу... Пакет мне нахуй, блядь, вот эту хуйню всю надо. Платки женские, да. То, блядь, затычки, сука, убираем, нахуй, женские. Где опять затычки убирать, блядь? Да где, у бункера, нахуй. А, там прокладки, там много виден, ковины. Да, да куда они, блядь, ночью пришли, блядь. А знаешь, что рыжие сказали? Сказали, что рыжий где-то ебет жопу, у того кровь бежит, он затычками пользуется. Люди написали эти, серьезно говорю. Не-не, серьезно, люди написали, говорят, это рыжий где-то ебет. Оп, бульдог пришел за водой нахуй. Сегодня. Бульдог, ты что, за ум-то взялся сегодня, да? За ум взялся сегодня. Все. Выпил, хватит. Хватит, все, надо за ум браться, да? Сейчас, ребята, полчаса и бульдог опять берет. Давай помогаем, молодец, бульдог. Давай клеенку стели, бульдог. Вот сюда поверх стели клеенку. Вон она, клеенка. Нет, надо, ровно место. Кисля, что, обои-то устроят такой цвет хоть, нет? Конечно, люди ебатят. Давай ты бульдогом держи это, Танюшке это подавай, а Танюшка будет это. Ты, это лоток-то. Вон он сейчас. А, не-не. Сергей, у Светланки там присыдут халат какой-нибудь. Или курточку, что-нибудь какую-нибудь, хрень. Халат какой-нибудь. Халат какой-нибудь. Зеленый ты там. Танюшки. Халат надо. Чё, ну я сейчас умажу, ставь. Она сейчас нахуй тело пиздякается. Бульдог, Андрюха, давай это, разводи пока клей нахуй, почитай, как клей разводить нахуй. Я откуда знаю, как его там разводить? Ну, почитай, он уже написано, вон, на. Бульдог, ты читать умеешь? Да? Андрюха, на, вот, читай клей, как его разводить, давай. Экстра. Мусорка. Может, что, сюда? Курочку вот тут дай. Брюха! Ну, курочку. Какую курочку? Да вот эту. Да. Вот эту возьми, вот эту. Она грязная, она вот тут. О! Ты прочитал, Бульдог? Прочитал. Да. Ну давай. Это со света на. Давай, Зелень, не порти бульдог. Да ты че, мне халат надо, куда это фуфайка мне? А вон халат висит, вон висит. Не халат, а. Ну похуй будет халат. Похуй одевай, нахуй. Нормально, пойдем. Таня, одевай. Уже, уже. Мне же потом нахуй тебя опять чистить, нахуй. Что делать, блядь? Буду шкурин чистить. Я же, на чё ты на этот самый, на рассчитывал-то, блин? Ох, я думал, голенько будешь, халати нахуй. Чё, Андрюха, прочитал? Нет. Поздно она уже оделась. Вот, давай. Сенка, ты чё не раздеваешься дома? Неприлично дома в курточке ходить? Сколько литров? Здесь? 3 литра, наверное. Сейчас надо теплую воду. Покурить точно. Бульдог, ты что, тебе похмелье, что ли? А что не похмелище-то? Я часто похмелье. Меня вон болезнь свозили. Да выступай, выступай весь нахуй. Это пиздец. Гуще будет нахуй, гуще. Они там, блядь, охуели, испугались. Что? В больнице, ну. Какой? Привезли в больницу меня, ну. Нахуя? В этот определенный покой для меня колотить начал. Конечно. А это, как его? Обострение, нахуй, короче, от этого. От пуха. Я 3 дня вообще, блядь, не пил, блядь, не курил, нахуй. Не есть, не ел, нахуй. Ты за ум взялся, короче? Нет, потому что почему бы дома я, блядь, взял, ну, вы платье, убивал, а сейчас же платье. Ты же, короче, не пьешь много, да? Нет, почему? Почему? Не, ну просто ваш. Ну я боюсь просто, блядь, проводят, я его хочу, здесь не скоро ничего не вызвать. Кувыркнет, на. Здесь пока, блядь, это самое, скоро приедет, если они там, блядь, по 2 часа, по 3 часа едет, пока и до лесной, от больнички до лесной. А сюда они сколько, блядь, через 5, за 5 часов были. Где уже, за 5 часов там умная, свернешь, нахуй, меня один. Правильно. Да сколько? Поэтому я бери что-нибудь помешать. Подожди, надо эту. Палку, палку, ковырялку.
Все, Танюшка похолодела. Опять одна будет бульдогом только красить, да, Танюшка? Ага. Все ушли, нахуй, Танюшка, блядь. Ничего, бульдог сейчас за ум взялся, так он поможет. Да немножко. Какой? Он сказал, пить не будет. Я уже устал, на пару дней. Почему? Ты что, умереть собрался, бульдог? Ты что как? А? Как мы без тебя-то, бульдог, блядь, зачем? Ну? Другого бульдога нахуй. Да не, бульдог, другого-то не найти уже, нахуй. Ты что? Кому Танька будет письку красить, блядь? Кому ты приставать будешь, блядь? Бульдог, сейчас. Кому? Ну, видишь, сейчас клея на кошку уберет бульдог, пускай доходит он, да? Да ты бы высыпал, высыпал бы весь уже бульдог, что ты? Да зачем весь, там много, там не надо. Чтоб лучше клеилось, ну. Там приклеится, ну. Ох, ребята, сейчас красота будет, Танюшка сейчас красоту будет. Эй, не устает там уже, о, это рабочий день. Танюшка опять работает, нахуй, эй, выпивают, нахуй. Танюшка, пойдемте, выпьем. Там на стол накрыли. Бульдог, пошлите, потом продолжим. По-быстренькому ебанем. Чтобы вам веселее это было. Андрюха, пошли. Пошли за стол. Давайте. Сегодня у Яниса день рождения. Мы просили вам стол накрыть, чтобы поздравили его с днем рождения. Нахуй. Кого? Яниса. Скажи, Янис, с днем рождения. Нахуй. Давайте, наливайте. Много. Поздравляю. Так, подожди, где? У нас рюмка. Ой, блядь, я прямо как в домашнем, как, блядь, дома, блядь. Эй, блядь, я кисло опять писал, ему пизды получается. Кисло, что не будешь писать? Чего, где домаш? Алло, гараж, давай бегом за стол, бульдог. Сей сюда, давайте. Я вам стаканы возьмите, доставайте, наливайте. Бульдог, доставай стаканы вам, наливай всем, чтобы сразу все выпили. Свет. Да, чтобы это самое. Где Серега? Серега, давай иди сюда. Часы. Из него бульдог висит на. Давай иди сюда. Не мне же нахуй в этом автомобиле. Промеж двух женщин. Есть. Если я скромный, что-то, блядь. Трезвый так. Иди за стол. Серега. Давай иди сюда. Рюмка, что ли, только? Они обнимался, ему сказали, башку оторвут нахуй, да и все. Кому? Бульдогу. Кто это? Кем он занимался? Танькин муж? Он там обнимался. Он тебя видел, что ли? Он тебя видел? Ну так я бы тебе гуморально, блядь, физически. А я думаю, что бульдог такой себе спокойный, блядь. А если физически, то вообще бы с ума сошел бы. Так вот. У него крыша бы там сорвала бы. Янис, скажи. Янис, с днем рождения, нахуй. Янис, с днем рождения. Давайте, раздавайте. Большое. Бля, рыжий, счастье для тебя. У тебя руки сегодня чистые хоть даже. Вот, видишь, барышни все. Вот все твои, ну, все твои такие вот такие. Вот такие. Все, давай, наливай, выпивай нахуй и поехали. Выпьем за тебя. И поехали нахуй, так, ремонт поехали. Делать нахуй. Я все мыну. Да? Поехали. Чем пешком идти, да? Ну все. Ребята, если хотите только поздравления, вот видите. Танюшка ухаживает за мной. Давайте, выпивайте нам. Чокаться не будем. А, чокнуть не будем. Танька же чокнулась, молодец. За день рождения можно чокаться? Да, давайте. Да, здоровья дам всего. Давай, за день рождения. Знаешь, бульдог тебе Андрюха сказал, пизды получишь, да? А попить где запить? А что, рассолом из-под огурцов нахуй? А он тебя где видел-то? На улице что ли? На улице встретил? Это давно было. А, давно? Это вообще, я не знаю. А ты, Киса, ты тоже видел, что когда он видел бульдога, когда встретил? Это по телефону было. А, по телефону звонил? Да, не звонил, трубку не берет. Потом я набираю. Сейчас, Танюша, я так. Вот. Он говорит, ты кто? Бульдог. Вот он выглядел. Тань, скажи, что, скажи, это шутка же, что ты хочешь? Бульдога не надо бить. Скажи, бульдогу бить не надо, блядь. Не распускай, да? А что, он меня не бить? Я же понял его прекрасно. Ты его понял, больше не будешь писать, Таньки? Как я? Будешь? Я понял его, что, при чем он мне говорит? Ну ты испугался хоть, нет? Ладно, в шутке, не испугался я. А что я испугался? Ну хуй знает, блядь. Может ты, блядь, ты правильно, ты же бульдог не сука нос. Я не буду бояться, а что я его испугался? Правильно, Танюш, хуй, скажи. Ты сдачу можешь дать, правильно? Маленькие огурчики. Да? Сдачу можешь дать, я, правильно? Я просто не хочу, ну, и все. Танька, ну и все, правильно, да. Можешь не представить, если у Таньки, нахуй. Так ему мофик. Танька, опять одна остановится. И только рыжего с ним можешь ебать.
Даже выявил во сне. Глазами. Ну что, поскакали нахуй? Или еще? Носом, да. Не, носом нет. Андрюха, бери тоже кушай, быстро. Ну, пришлось трусы выкинуть. Все выпили, я наливала. Сетка в пленку макает. Всем тогда наливай. И макает. И макает пленку. Кисло заметил. Сетка, ты, блядь, располнеешь после майонеза-то, блядь. Будешь как Танька, блядь, беременная. Вот хорошая жизнь, блядь. Хорошо, человека должно быть много. Очкового, что ли, так? Да, я как очкового. У нас он тоже сильно две. Да у тебя, ты скажи, люди спрашивают, какой подпол вскрыл, блядь. Ничего, нормально. Где, блядь, тебе Светка пизды не дала, что ты Таньке, блядь, столько мяса дал. Столько мяса Таньке дал, пизды не дала, Светка? Прошлое воскресенье, ты не помнишь никак? Нет? Резвый был. Так-то. Я думаю, что она отдала нам курицу, а ты ее забрала, увезла. Вот, блядь. Домой, я так сказал, что я заберу ее. Да ладно, я так что-то... Она мне до сих пор что-то... А что, не... Мы шашлыки будем делать. С друзьями, да? А что, блядь? Я не хотела на природе шашлыки, блядь. То получилось, что ли, нет? Не, бульдог, бульдог, бульдог наплясался хоть, да, бульдог, помнишь? Брейкданс. Помнишь, бульдог? Дед, червячка еще танцевал, помнишь? Да мне я говорю, вон, я ему сразу болен. Да как же могу все приять, нахуй? Не сегодня, завтра, блядь, увезут, нахуй. Куда тебя увезут? А че, у нас где-то секреты же, помнишь, да? Там... Ой, не надо, куда ты мне что-то льешь? Много, что так, ну конечно. Сейчас Таньки, бля, короче. Бульдог трезвый, будет Таньки пьяный. Чтобы Андрюха не ругался, да? Чтобы Андрюха не ругался. Не знаю, где секрет. Секрет там у вас лежит. Я, блядь, брали же вы секрет. Танька опять, наверное, забрала себе. Я ничего не брала. С друзьями на природе хочешь, блядь, покурить, блядь. Пока стакан не выпьешь, нахуй не уйдешь. Ну ага, блядь, а кто будет заремонтировать эту сумку? Скажи, Андрюха, только не ругайся, я буду ремонтировать, да? Ты что, ты что ли ставку вкрутил эту? Спички-то хоть пойдем, нет. А вон бы лампу рубаешь, чтобы сейчас не видно. А, то есть, думаю, бля, может, дернуться захотел, блядь. Нет, нет, ты что, ну его нахуй. Ну, блин, дернулся, блин. Когда? Давно? Ну, давно. А, я не знал это. Бульдог, майонез, блядь, полник, мне нахуй, это, зажалеешь. Это, сеструха уже сказала. Я пойду. Сдернулся. Короче, ну, сошелся с девкой молодой. Понабрал суд, хую там, короче, ну, в долги. В такие влетел, что мама не говорит, ну, в кургане. Ну, Женька. Молодой. И взернулся, да? Блядь, пиздец. Ладно, пошлите в комнату нахуй. Пока Светка кушает, кисло, пошли, Таньку пощупаешь, блядь. Жопу свою двое подвигай. Давай, походи. А, кисло, ты сейчас к Таньке писать тоже не будешь после звонка-то, да? Нет? Да ладно, чего? Я с ним разговариваю. Ага. Он говорит, Танька говорит, да нет, да я веду. Да он так говорит, нормальный. Все мы с ним заговорили, ему говорю, ага. А мы, как с ним сидели вместе даже. А, ну а точно Танька же говорил, что вы обговорили. Я же вот знакомый, он такой, о, Слёва вспомнил меня. Танька, можете валик на палку прикрепить? Чтобы не лазить, а? Давай палку прикрепим. Бульдог, вон палку, давай. Вот палку. Вот палка. Вот. Андрюха. А, ну. Давай прикрепите ей. И все, она хоть лазить не будет. Там гвоздики. Танька упадет, блядь, и все, она... А гвоздик потом в другой резиновый. Москвы, блядь. Вырывай нахуй. На чей, на твой гвоздик? Конечно. Вот я, блядь, всю ночь буду потом тебя. У тебя гвоздик есть? Ну, конечно. Вот у меня даже дома нет, это, возле дома не писала. Да, ребят, всех с вербным воскресеньем. Воскресенье. Когда ты приду? Сегодня. Ну, как понять, сегодня? Прямо засову туда, да, и все. Ну. А она не влезает. Да, да, это ножом, нахуй. Иди, ну что? Че, киса, куда пошел? Эй, иди, нахуй, мне дома, что ли? Киса, куда пошел? Мусор кинет.
Вот ты, блядь, спрашиваешь, как будто я сам вот сидел дома, блядь. Ты что, блядь, не... а? Ты же здесь, блядь, жил, блядь. Я сейчас живу, нахуй, здесь. Он живет у вас здесь? Да? Немножко, вроде как бы. Так он тебе не писает тебе? Я чего, просто вот это пиво. Нужно есть кто приставать, да? Я нахуй пошли. Ты что, блядь, лёгся трезвый, блядь? Да, Андрюшка? Да. Ну ладно, блядь, да. Молодец. Давай что-нибудь прикрепи, просто, может, скотч есть или что, или проволока какая-нибудь. Андрюша. А, я вытянусь. Да нет, надо примотать. Светка, у тебя сережка вон валяется. Светка, вот. Сережка. Сережка. Ты проебала что ли? Ну. Ага. А ну-ка, сознавайся. Чем тут? Че? Мы уже тут ремонтировали. Серега. Ну-ка, давай. Что вы тут делали, Серега? Мы уже ремонтировали. Трахали? Да. Да? Ой, застеснялась. Я привяжем ее. Да возьми какую-нибудь проволоку или что, Серега, дай проволоку. Какую-нибудь, да, проволоку. И проволоку уже там на воду пьет. Да, обычно, нормально, пойдет. Ой, блядь. Тут у рыжего жоп ходит, блядь. Сейчас я тебя прокачу, блядь, валиком. Сегодня за место бульдога будет рыжий, нахуй, да? Пускай, да. Потом с ним с Андрюхой разговаривай. Я тоже притронусь. Тоже притронусь? Сейчас выпьешь немножко. Так вот, провода же есть, блядь, хули ты? Так есть, я провода, я... Давай проводами, нахуй. У меня есть, блядь, я эти, блядь, цифры потерял, блядь, это, которые я позатылся. Машка, нахуй. Машки, нахуй. У тебя есть цифры? Нет, где же, как у меня? Да на голову встретимся, с этим. Все, и я. Поищи, но на 101-м-то мало же, блядь. Ну, у 9-го там должно и быть, нахуй. Да, не, я. Ну, а если 101-го, оттуда, блядь. Народ, что, блядь? Надо потрогать, там высохло, нет? Кого? Давай, старый, нахуй. А что, высыхать, я думаю, так же клеить будет мокрый, все. Нет, ты давай эту стенку, да, это, доделай. Нет, вообще ты прогунтровал? Ну-ка. Потом еще раз. И потом их. Не, нахуя? А куда целый день уйдет, блядь? Ну конечно не надо, нахуй. Давай тогда один раз. Рыжий, сними пока часы. Так, убери мне эти эти-то во все, бля. Детка, иди давай. Помогай. Все-таки нахуй. Все-таки нахуй ничего не надо. Как люди пишут, муму, говорит, нихуя не делает. И стоит круги в карманах. Скажи, без меня сделаю, да? Таня! А что нам, ты сможешь цветку покрасить вообще в следующий раз? Волосы? Да. Ну конечно, купим я краску, не умею, что а то там девушка Оля отправила тебе денежку, чтобы цветку покрасили. Покрасим тебя следующего, ага. Какой цвет ты хочешь, седой? Белый. Белый? Блондин, говорит, я выкрасится там. Ну, убери, ну, ладно, все. Ладно, покрасим, в следующий раз приедешь. Готовь еще что-нибудь тазик себе, поняла? Мы покрасим тебя. Два тазика есть. Все, воду нагреешь, там теплую, чтобы было просто здесь хотя бы. И Таня покрасит тебя. Все, не обои. О, бульдог, веревочку нашел, молодец. А то я ребят, блядь, точно Андрюха зон взялся, блядь. Я хуею, блядь, ребята. Человек не пьет, смотри, какой серьезный, блядь. А то я. Я-то? Да и правильно, нахуй, Андрюха. Не пей. Слышь, а мне зачем это? Хуйня, знаешь, какая? Правильно. Рыба заливная. Алкоголь это хуевая. Я, блядь, ребята, сейчас моё уже, Марата, нахуй. Виталя. Ёни, говорит, кто тебе там, блядь, накрасил, нахуй? Виталий, а ты привет передай. Ёбаный, говорит, что ли, нахуй? Виталий, привет передай. Что, ёбаный, что ли, блядь, я кто к вам не красил? С моего барака, мы на одном бараке были, и мне она, такой в глаза, говорит, он, блядь, не говорит. А вот видишь, не приставай больше Таньке, ты приставал, Таньке тебе наказала, ты ее хуй тоже. Ну, пускай, нахуй, билет, нахуй. Да мне какая разница, мне что Таня-то, блядь? Правильно. У Тани муж есть, нахуй, пускай он живет, нахуй. Молодец, бульдог, нахуй. Давай, блядь, палку прикручивай, Таньке. В этом крутил нахуй делал. Вот молодец, нахуй, красавец, нахуй. Свет. Не нахуй такие шутки-то, нахуй, не жить. Мне, блядь, люди в глаза, я, блядь, сейчас в интернете нахожусь. Я тебя, блядь, по всей России, нахуй. Меня, блядь, красит, как ебанутого, нахуй. Не по России даже, блядь, по всей стране, нахуй, по всей миру. Не думаю, что это приятно, что ли, пока. Ну все, ладно, не расставайся, нахуй. Хули, сам виноват, блядь. Нехуй было Таньке приставать, да, Танька? Че приставать, блядь? А ты не хватит ее, блядь, дай письку. За жопу, за титьку ее, блядь, все приставал. Ты не помнишь, что я? Я не трогал, я физически, морально. Морально. Физически морально. Ага. Это охуеть можно, такой физически морально. Весь известки, весь, блядь. И сюда и жопу, в титьку. Такую, блядь, жопу. Короче, нет, съемно. Сейчас, блядь, трезвый.
Сейчас забыли, Блёх, не нервничай нахуй. Давай, привязывай Таньке эту. А мне зачем это там? Да все, уже все забыли. Все, ты. Думай, да, когда пьешь, правильно, Таньке? Нет, это мы сейчас поговорим, товарищ. Я что, блядь, терпел их. Давай, привязывай их. Ну говори, что, я ж тебя слышу. Тебе женщина нравилась, Таньке? Наконец-то. Это вот прогрунтовали мы. Ну сейчас склеим, все хуярим нахуй, обои нарезаем. Таня, сейчас как шите. Это шкаф будет у вас, здесь не надо ничего. Не шкаф, я вам сделаю потом. Сколотим, да, блядь? Бля, где посмотрели-то? Блядь, ни одни инструмента, нихуя, ничего нету, блядь. Здесь ёбан. Где он? Он, блядь. Где тебе, Серёга? Серёга ушел. Он спрятал какой-то инструмент. Где инструменты-то все? Где у него? Где ни одного инструмента нету? В хате, блядь, инструментов, чтобы не было. Все, не разоряйся. Да ну нахуй. Руками вытаскивай пальцами. Нет, у меня сумочка была, нет, посмотрите. Блядь, нет, ну на самом деле, похуй, блядь, ну я чё? Ну ладно, нахуй, блядь, давай, давай. Давай вот так вот, до стены, да, сделаем тут. Да. Ну, давай вот так вот поклеим. Ну, ну вот так. От седа и до седа. Давай, все, от ну. От седа и до седа. Вот, все. Наконец-то. Выливай грунтовку. Цель, как грунтовку приберешь, поняла? На следующую, слышишь? Седа, грунтовку прибери и следующую. Сегодня хоть одну стенку хоть закончим, да? Угу. Тебе нравится обои-то хоть? Да. Вот, видела, ты не видела ее. Видела? Видела? Ты чувствуешь, ты нормально начал разговаривать? Ну, да. Ты нам почаще с тобой разговариваешь, чтобы ты разговаривал нормально, да? Нормально. Нормально разговариваешь? Да. Я нет, я говорю. Андрюха, скажи, Андрюха. Андрей. Андрей. Это я. Держи хуй бодрее. Я говорю. Я говорю. Я один только говорю. Ей что-то другое. Ты понимаешь ее? Ей говорю. Я так немножко. Ей переводчика надо, если где-то в городе ходить такой. Понимаете? Серега понимает, хорошо? А понимает. Так, давайте короче. Давай, все, выливай грунтовку. Ночим. Да, все, Таньки жал, блядь. Всем дал пожогай, брызг, блядь, возле Таньки трется, да, паскудник, да. И блядь. Бульдог сегодня не перестает, такой за ум взялся, молодец, блядь. Давайте вот на ковре подместим. Да вон линолеум постелил, эту пленку постелите, да и все хули. А где веник-то, блядь? Веник же вон. Андрюха, давай помогай тоже, хули ты? Вообще, подожди, я покурю, я все покурили, я даже не покурил. Да я-то не курила, я вообще когда забыл, когда последний раз щеплил. Когда делом просто... занимаешься, это... Я три дня, вот я курю, у меня когда трясануло. Чего руки такие холодные? Я три дня не курил, не пил, вообще не ел. Ничего делать бы. Сейчас не пей, да и все хули, да? Да нет, ну как, я буду со мной, так, я, там так получилось, там вот ты там видел, ну, там, ну, сама, там не на шутку нахуй было это дело, они меня четвером там держали. Надо, знаешь, что надо было, надо померить, да. А потом еще сделать, и еще одну сделать, чтобы клеить. Молодец, Таня, сразу же видно, блядь, ремонтника. Бульдог, есть у тебя рулетка? Рулетка, я... Да здесь вообще ничего нет. Ну так, давай, Бульдог, ну так посчитай под цами, слышишь? Мы с тобой сделаем, и ты отрежешь. Да. Отрез сделаешь, да. С огнем и поехали нахуй. Да, да, Сергей? Правильно? Вот. Да.